Здравствуйте! Сегодня мы находимся на глобальном фестивале, который проходит при поддержке нашего департамента образования города Киева. У нас сегодня здесь очень много локаций туристических, военно-патриотических. Вот у нас хортно-показательные тренировки, лазертаг, полигон Альфа нам организовал, очень большое им спасибо. Вот сейчас побежали ребята воевать, уже одна команда, сейчас посмотрим, кто победитель. На данный момент в 17-м павильоне проходит показательная тренировка по хортингу. Если хотите вот посмотреть, слева у нас находится 10-метровый скалодром, на котором дети абсолютно бесплатно могут попробовать выступить. Да, на наше мероприятие приехали ребята и танцоры, и военные. То есть, в принципе, я доволен организацией. Спасибо всем, кто поддержал нас и которые, ну, в принципе, что еще можно сказать. Большое спасибо партнерам, которые очень нам помогли в этой организации. Спасибо всем.